Современная цивилизованная жизнь требует все больше и больше электрической энергии. Наращивание мощностей само по себе еще не решает проблемы потребления. Требуется трансформация тока, вырабатываемого энергетическими системами. И тут, конечно, не обойтись без специального оборудования, способного принять, преобразовать, распределить и выдать потребителям необходимое напряжение. Все это экономично, оперативно, надежно обеспечивает продукция Куйбышевского завода «Электрощит». В Советском Союзе нет такого региона, где бы не применялись подстанции и распределительные устройства с маркой этого предприятия. Первые электротехнические изделия были изготовлены в конце 50-х годов. С того времени и начался поиск более совершенной технологии, принципиально новых конструктивных, технических и строительных решений. Как повысить технический уровень подстанций? Как сделать их экономичными, надежными и удобными в эксплуатации? Как помочь потребителям своевременно выдать электроэнергию? В поисках ответов на эти вопросы инженерная мысль воплотилась в оригинальные на уровне изобретений схемы, конструкции, изделия. Сегодня на поточных линиях высокоэффективные блочно-комплектные трансформаторные подстанции и комплектные распределительные устройства. Эта техника предназначена для приема, преобразования, распределения и транзита электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты на напряжении 220, 110, 35, 10 и 6 кВт. Ежегодно завод изготавливает 1000 подстанций и 10 тысяч ячеек. Каждое изделие выполняется по индивидуальной схеме. Распределительные устройства отличаются простотой электрических схем, универсальностью компоновки высоковольтной аппаратуры. Все узлы надежно изолированы, доступны для обзора, удобны в обслуживании. Комплектные распределительные устройства поставляются блоками до 6 ячеек в сборе с коридорами управления, межшкафными соединениями электрических цепей, вентиляцией и отопительной системой. Для морозостойких районов распределительное устройство оборудуется утепленными коридорами. Завод обеспечивает 100% готовность изделий к работе. Блоки подстанций и комплектные распределительные устройства малогабаритны. Их можно перемещать любым видом транспорта, даже вертолетом. Заводское блочное изготовление подстанций обеспечивает повышенную антикоррозионную стойкость конструкций и надежность работы электротехнического оборудования. В отличие от традиционных аналогов, подстанции Куйбышевского завода «Электрощит» низкого профиля. Для них не требуются специальные индустриальные сооружения. Блоки устанавливаются непосредственно на лежни.
В новых конструктивно-строительных решениях исключены громоздкие линейные и шинные порталы. Сокращена изоляция. Высоковольтные аппараты соединяются с жесткими шинами. Рационально выполнена и прокладка кабельных коммуникаций. Вместо наземных каналов применены подвесные лотки. Они надежно защищают кабели от воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков. Блочная компактность аппаратуры, простота и наглядность схем первичных соединений обеспечивают максимальные удобства для обслуживания. Эти достоинства экономят солидные материальные и трудовые затраты, существенно сокращают сроки сооружения подстанций. Куйбышевский завод «Электрощит» изготавливает и вот такую продукцию. Гофрированные профили из листовой оцинкованной стали и металлические трехслойные панели с утеплителем. Эти изделия отличаются малой массой, удобством транспортирования, низкими эксплуатационными затратами и высокими эстетическими качествами. Они выгодно применяются для различных перегородок, стеновых ограждений, кровельных покрытий, а также для декоративной облицовки производственных зданий. Применение профилей и панелей в промышленном строительстве позволяет сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию. Подтверждение тому – опыт Волжского и Камского автомобильных заводов. Для владельцев легковых автомобилей Куйбышевский завод «Электрощит» совсем недавно наладил выпуск и вот таких с гаражей. Их можно установить на любой площадке. Они удобны, неприхотливы. Продукция Куйбышевского завода «Электрощит» успешно используется не только в Советском Союзе, но и в ряде зарубежных стран.